Как 7-тысячному городу удается увеличить свое население вдвое, хотя бы на несколько дней? Живой пример всего в 20 километрах от Даугавпилса, правда, по другую сторону теперь уже условной границы. Литовское местечко Зарасай – лишь маленькая точка на карте. Здесь нет промышленности и крупного производства. Молодежь по возможности пытается покинуть родные места. Еще в советское время комплекс уникальных Зарасайских озер пользовался спросом у путешественников из России. Времена изменились, но местные власти сделали правильные выводы из жизненных реалий. Администрация построила ставку на туризм, то ли в шутку, то ли всерьез провозгласив городок красивыми окрестностями Даугавпилса. Не вкладывая средства в сомнительные проекты, удалось выжать максимум из предоставленных возможностей. Рок-фестиваль «Галапагай» считается крупнейшим в Литве, собирая множество гостей и участников. По большому счету, это не только и не столько музыкальное действие. Тысячи палаток, аттракционы и бойкая торговля. Примечательно, что из 10 прошедших сезонов 4 получил именно Зарасай. Продюсер фестиваля и гитарист в одном лице известных литовских рокеров AC/DC Tribute Альгердас Барнишкас пояснил, добиться того, чтобы к нам приезжали со всей Европы, было непросто. Просто фестиваль этот построен на энтузиазме. И мы его строили на энтузиазме, просто мы сами музыканты и хотели сделать праздник себе и друзьям. И вот так 10 лет строили. Построили. Это нелегко, и проблемы каждую минуту, и сейчас вот решается, но это все, мы уже привыкли, это решаем на месте. Любопытно, что в течение августа Зарасай проведет еще один международный музыкальный фестиваль и довольно известное мероприятие «Ралли 300 озер» с прохождением трассы по улицам города. По утверждению специалистов, с этого и живет большая часть жителей. Менеджер по туризму самоуправления Эвалдас Думбравас с удовлетворением отметил, свободных мест в гостевых домах нет за неделю до и после. Действительно, для нас очень важно, что в таком красивом месте, как Зарасай, и именно в таком красивом острове происходят такие большие праздники. И для нас это очень полезно, потому что, например, в Зарасай живет только 7 тысяч людей. Да? В прошлом году в этом фестивале было около 8 тысяч людей. Значит, в один вечер, не в один, в три вечера к нам приезжает такое большое количество людей, что оно даже больше, чем жителей всего города. Предприимчивые соседи умудряются поддерживать бизнес даже вне рамок крупных событий. Каждые выходные парковки в центре города наполовину заполнены машинами с латвийскими номерами. Просчитав разницу цен на товары, даугавпилчане регулярно навещают литовские супермаркеты.